Ну, это чудовищная трагедия. Хочу принести родственникам соболезнования. Я буквально в 500 метрах от этого ДТП стоял в пробке 4 часа. У нас проходили сборы русских буквально вот в этом месте недалеко. Вот, поэтому мы это, ну, фактически последствия ДТП этого видели воочию. Менять, конечно, надо многое. Здесь одним ужесточением ПДД ничего не решить. Надо смотреть, кто водит наши машины, на основании чего они их водят, где эти мигранты получают водительские удостоверения и насколько они знают вообще правила вождения. Ну, это целый, опять же, комплекс мер. Здесь нельзя ничего однозначного сказать. Низкая производительная сила, низкоквалифицированная мигрантов, без сомнения, в наших автобусах, маршрутках и КАМАЗах создает угрозу для населения и общества.